А я тут как-то учудила. Я, кстати, был тогда не пьян. Сказала, знаешь, что чудила. Мой идеал теперь дукан. Мне жить с тобою не с руки, ты не влезаешь в ползунки, которые носил в яслях. И ох, эх. Я ей сказал, какого хрена? Иди ищи себе масло. Она сказала, не пребел, мол, и ла-ла-ла, и бла-бла-бла. Короче, господи, прости, мне мозг проели до кости, и в горле ком осталось, и я стал худеть. Меня кормили отрубями, а если я их плохо ел, она уйти грозилась к маме. О, как я этого хотел! Я днем худел, как Марти Кот, а ночью все наоборот, поскольку ночью брал свое, эффект ю-йо. Я через месяц обессилел, забыл, когда с друзьями пил. Меня без всяческих усилий сквозняк по комнатам носил. Сказал себе я, задний ход, на помощь надо звать народ. И я вернулся в экипаж, в родной гараж. Мы похудеем по дюкану. С утра стакан, в обед стакан. Под вечер режешь два стакана. И сразу похрен тот дюкан. Жить стало сразу веселее, чтоб похудеть, побольше пить. И мы дюканем до утра. Ура, 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 ура. Так что, я думаю, надо мне... Ни у кого нет прямого выхода на дюкана? Не общались так вот, глаза в глаза, да? Надо бы мне с ним... Может, он включит издание, знаете, 58-е, как тогда-то. «Съедобные грибы России», издание третье. Исправленные и дополненные. Черные обложки. 60 дней с дюканом плюс песни, да. Thank you.